Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Steampunk. Так, забираем 500 монет наших. О, здесь готово все. Спин. Давай крутанем. Что нам выдаст спин? Ага. Все-таки запчасти, да? Нет, я больше крутить не хочу, меня вполне устраивают запчасти. Забираем. Так, здесь пока откаты, здесь забираем наши ресурсы. А, у нас... у нас их тут дофигище. Че, надо, наверное, улучшаться, я так понимаю, ребят. Что будем улучшить? Купить. Так, а для следующего задания нам что нужно, ты не помнишь? И я вот не помню. Надо смотреть. Следующее задание, по-моему, вот здесь у нас, да? Требования. Второго уровня. Второго уровня. А две, что ли, нужно их второго уровня? Так, еще разок. Ну да, получается... Оса. У нас одна только. Боевая секира. Секира, оса. Ну давай до второго уровня улучшим ее. Попытаемся. Погоди-ка. А для того, чтобы улучшить ее до второго уровня, что нам надо-то? Полезная деталь. Так, я уже забыл, если честно, что нам нужно сделать. Определенного уровня и выше. Одна есть. Одна пушка у меня есть второго уровня. Так, подожди, дай-ка я загляну вот сюда. Так, оса. Так, у нас две осы. Почему я дальше-то не могу улучшить? Что там не хватает? Улучшенный пулемет. Так, центральный район. Пускай пока улучшается. И здесь, наверное, тоже поставим на улучшение. А, мы не можем, да-да, два задания одновременно делать. Вот. Так, увеличение длины ствола. Построить. Ага, не могу, мне не хватает. Этих тоже нам ресурсов не дают. Чё? Да я не могу, у меня не хватает. Не то, что даже, у меня даже значков. У меня 8 уровень, а там нужен 9. Поэтому. Стандартный пулемет, стандартный. Ладно, где мои главные задания? Так, защитить Манчестер, показать. Блин, я не вижу, где Манчестер-то я должен защитить. Мне не видно. Так, защитить Бирмингем, это мы сделали. А, вот он, Манчестер. Ну, все. Купить новую пушку. Оса, гром. Да не хочу я. Почему я не могу улучшить? Здесь оса у нас улучшена, вот здесь вот. А здесь вторые почему-то не могу. Вот, вот они, еще две осы у нас. И я не могу. Детали 34. Ну, понятно. У меня деталей не хватает. Значит, нам нужно идти за деталями. Где детали мы можем с собой набрать? Здесь чисто топливо, да? Нам уровень можно, кстати, попробовать получить. Ну что, попробуем в бой, ребят. Отправиться здесь. Может быть, 9-й левел нас спасет как-нибудь. Получим с собой награды, и все будет тип-топ. Мне нравится эта база, такая летит. Хоп, сейчас сюда, да? На, нафиг, жми сюда, жми сюда. Подожди, жми сюда. Дай для начала нам посмотреть, какие у меня пухи.
Шершень. Так, поехали. 8 волн. Угу, летят стихманы мелкие. Ай-яй-яй-яй-яй. Да ну хорош. Это только 4 волны, вы серьезно, блин? Пять. Шесть. Нужно еще 2 волны пережить, ребят. Поражение? Да, еще разок хочу попробовать. Подожди, а как этим-то пользоваться? Я не понял. Супер атаками-то. Ну, когда у нас синяя загорается, как им ей пользоваться-то? Все позабыл, прикинь. Ты, ну-ка. А, вот, вспомнил, ребят. А что, ниже ты не спускаешь, что ли? Ну, это как-то... совсем нехорошо. Да как так-то, блин, поражение и поражение, и все, я не могу ничего сделать. Вообще ничего не могу сделать. У меня этого, что ли, нету суперудара никакого? Mm-mm. Да, печалька тогда получается. Наземные цели, которые идут по низу. Это что такое? Почему я на задании на этом дерусь с тем, что они мне дали? Почему не могу свое что-то поставить? Скажи вот мне на милость. Вот, вот начинается именно когда по земле вот эти ползут. Вот эти тарахтелки меня сейчас как раз-то и уничтожат. Вон, у меня там здоровья-то практически не осталось. Нет, не могу, ребят, пройти. Этот уровень мне не поддается. Да, жестко, блин. Хорошо, давай. 60 очков мне не получится. Давай что-нибудь полегче возьмем тогда. Так, требования 150, ну здесь можно, ребят, сыграть. Так, что там надо нам, какие? 2 осы. Так, 2 осы, получается, нам надо. Вот так вот. Давай, в бой. Ничего там не буду подкат. Блин, ну там тот уровень, конечно, что-то меня вообще прям из колеи выбил. Да давай ты выпускай свою фигню. Тут 150 очков, если мы выиграем, дадут. Это как раз нам хватит на уровень. Так, ну это совсем другое дело. Блин, это босс.
Так, уводи. Не успел. Подожди, ему же, по-моему, куда-то там надо... А, на пизде... Нет. Ага. Ага. Уходим, уводим. Блин, да как так-то? Трындец. Давай, давай ему по коленочкам, по коленным суставам. Не успел, блин. Да у меня здоровья не осталось уже почти. Уходим. Подожди, а разве... Проиграл. Чё-то я не могу вспомнить. А как же мы его тогда бомбили? Прикинь, я не могу вспомнить, как мы его уничтожали. Починить. Конечно, починить. Мне надо хоть что-то пройти, чтобы получить левел ап. Так, это у нас... 4 волны. Угу, полетел голодранец. Но это пока с одной стороны пруд. Паровой котел еще пока не накопил, да, энергию? Ага. Броненосцы идут. Это еще только первая волна, блин. До сих пор. Прикинь. Угу, подбили. Давай сюда. Что снаряды гаденыш отражает? Вот пила вообще нормуль. Теперь с двух сторон пойдут, да? Давай, пока есть время, перезарядку сделаем. Блин, все, время истекло, сейчас побегут. Выпускаем кракена. Так, тоже зарядился. Зарядился. Нам этого надо заряжать, получается. Так, он зарядился? Да, выпускаем его. Ну, вторую волну, я думаю, мы пройдем. Вторую, вот. Дальше что мы будем делать? Так, давай быстренько, пока волна не началась, подзарядимся. На выход. На выход. На выход. И ты тоже на выход. Фига, он здоровый, мощный. Вот пилы, кстати, отлично бомбят вообще. В отличие от всего остального.
Пока я суперудары тратить не буду. Вот здесь, наверное, можно. Мелких шпаненок. Да, электричество замедляет врагов. Это я вспомнил. Так, ребят, хотелось бы, конечно, пройти на две звезды. На две звезды, когда проходишь, у тебя получается лучшая награда, чем на одну звезду, когда ты шпаришь. Слишком маленькую передышку мне дали. Слишком маленькую. Да, вообще, я бы сказал, никакая. Выходи. Выходи. Так, заходим пока. Угу. Сейчас будет трешняк какой-нибудь. 100% тебе говорю, сейчас будет какой-то трэш. Не может быть, чтобы это последний. Ух! Ребят, нормально получилось нам пройти хоть какую-то волну. Так. Монеты. Детали. А левел ап так и не получил. Нам нужно еще... Сколько там получается? Сколько нужно до следующего уровня? Я вот не помню. Я не помню. Ну давай, 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 транжир. Не хватает, да? Все равно не хватает. Ладно. Еще, значит, нам нужны детали. Так, здесь можно улучшить. Увеличивает поступление от налогов. Поступление от налогов, блин. Я не помню, куда кристаллы вот эти тратить надо. Куда их можно потратить. Купить. Купить, купить, купить. Мы не можем делать одновременно. Ладно, я тогда следующую миссию беру. Возьмем что-нибудь. Тут танки, бронемашины, пехота, воздушка. 28 очков. Так, минус 15 энергии, да? Броня башни 31%, этажи башни 4. Уникальная пушка. Уникальная пушка будет доступна. Да блин, ну он опять с этим, да, барахлом. А как ты тут пройдешь-то, ёпк-макарёк? Я не знаю, как мы тут будем проходить. Мы же пытались. Причем мне дали энергии. Ты посмотри. Это вот моя энергия, ребят. Ну и как вот, как ты тут будешь, когда такая армада на тебя бежит? Если бы они хотя бы еще не отвлекались бы туда, наверх. Нереально. Ну нереально и все. Это хоть ты тут тресни. С тремя пушками. Причем написано 4 этажа, должно быть 4 пушки. Какого фига так мало дают они мне? Ну давай вот здесь попробуем.
починим, поехали. 5 алмазов, типа, хочешь потратить 5 алмазов на то, чтобы у тебя восстановились твои суперудары? Я не хочу. Так, выползли, да? Давай, вперед. Вот тут, ребята, как полагается, 4 этажа, все, 4 пушки мои. А они там какие-то дешманские, извини, не самые начальные пухи. Нафиг они мне нужны? Я там ничего с ними не сделаю, просто-напросто. Мне нужны детали, очень много деталей. И босса, как я проходил босса в тот раз? Вот вспомни, Рейчик, как ты проходил босса этого паука, босс-паук? Я помню, что, по-моему, я ему бомбил по коленкам. И именно пилами. И пока он там останавливался, мы его расстреливали в этот момент. Почему сейчас у меня это не получилось, я не знаю. Так, тут, кстати, всего 3 волны. Окей. Последняя. Так, сейчас я посмотрю. Ну, вроде по арсеналу все нормально. Давай вот здесь только немножко. И вот здесь. Ну, опыта, конечно, мало. 28. Ни туда, ни сюда. Когда у тебя здесь есть все, да, противоназемные артиллерия, да, пилы, противовоздушка, замедляющее электричество. Конечно, проходить любо-дорого, на 3 звездочки. Проходишь, получаешь фул награду, 3 сундука. А как там, извини меня, 3 пушки тебе дают, и играй как хочешь. Красавчики. Одним словом. Ну. Есть. Давай вот эту. А, тут еще 2. Это бесполезно, по-моему, сейчас отражать будет, да? Да, да, все патроны от него отскакивают, потому что он бронявый. Но мы прошли. Чук-чук-чук, цепанули и полетели обратно на базу. Так, ну я, получается, потратил энергию. У меня сейчас ее будет меньше. Так, денежка. Детали. И детали еще. О, хорошо. Правда, жалко, что детали обычные. Хотелось бы топовые получить. Так, ну что, идем сюда. Улучшить. Транжирим. Я хоть туда... построить. Подожди. А это ОСА-2. А нафиг мне ОСА-2-то, ё-моё. Мне нужна была ОСА-1. Так. ОСА-2. И теперь. Неужели они меня не впустят на Манчестер? Подожди, это не ОСА, по-моему, нифига. Это не ОСА, это у нас... это у нас секира. Твою налево, я не то сделал. Я не то сделал, это секира. Необходимо построить индустриальный центр 3-го уровня. А когда левелап-то, сколько нужно? Там на 4000 или сколько? Опыт 3600, ребята. То есть еще один бой, и у нас будет левелап. Все, 3600 получается, да? Хорошо, давай что-нибудь возьмем тут. Что это такое? Нет, спасибо, а? И что тут, вот, условия. Броня башни 31% всего лишь. Этажи 4 и вот это все в запрет. Протестируй свои технические навыки в бонусном уровне. Молодцы. Так, ну здесь 20 опыта. Тоже 20 опыта. Вот здесь можно быстро пробежать вообще, ребят. На изи, поверь мне.
Энергию, конечно, потратим, но зато получим левелап. А я не помню, левелап, когда получаешь, у тебя энергии восстанавливаются все или нет? В общем, тут будет проще парень на репу. Я даже, наверное, ускорение поставлю, потому что здесь быстро пробежим. Это один из начальных этапов, который для нас вообще никакой трудности не представляет. Давай следующую. Ну, хорошо идет мазута. И последнюю. Давай на ускорение. Проверь свои навыки на суперсложности. Молодцы. Есть. Ну, ребят, здесь понятное дело. Тут бы любой выиграл бы. Так, деньги. Умоляю, зачем? Ну, вот это вот зачем? Вот, ребятушки, 9 уровень. Так, полные баки. Индустриальный центр 3 уровня. Склад 4 уровня. Лаборатория молнии. В общем, круто. А карта тут ядрен-матрен. 70 энергии мы с тобой опять имеем. Я не помню, куда вот эти-то тратить. Улучшить. Это у нас 3-я индустриальная эра. Мы не можем строить 2 здания одновременно. Свистит она мне. А что ты строишь-то там? Вот здесь вот, что ли? Строительство. Ускорить 26 рубинов потратить. Хорошо, ладно. Давай на карту. Дублин. А что у нас в Дублине? Так, руководство операции по захвату оракула культа. Начать. А, ну это я их просто отправляю. За ресурсами. Так, 30 опыта и ящики. Ну, погнали. Подожди-ка, я могу, например... Секунду. У меня есть что-нибудь еще на улучшение, например? Плюс 50 дистанции огня. Можно разобрать это все, если ты желаешь. Ну, я, например, не желаю. Опыта. Танки, фиганки, роботы. Поехали. Шут с тобой. Разбомбим, надеюсь. Чем сложнее поединок, тем больше, ребят, ресурсов и наград мы получаем. Ну, сложность тоже должна быть в меру, понимаешь, да? О, вертолеты летят. Тут вертолеты, танки, тут вся боевуха будет у нас. Весь арсенал. Вон они идут, роботеки. Нет, я ускоряться, наверное, не буду, ребят, ни к чему. Это пока ни к чему. Причем пила быстрее всех накапливает энергию. Заметил? Дай ускорить чуть-чуть. Так, загоняем в ангар. Выгоняем. Как у этих пил долго накапливается энергия. Я думаю, ты заметил, да? Вообще еле-еле. Вон там 2 вертолета летит. Ускорить чуть-чуть. Да ладно. Ой.
Пила, ты что засиделся-то? Удвоенный урон. Уничтожьте сколько-то там врагов. Я достижение получил, короче, ребят. Так, ускоряемся. Этих загоняем всех пока в ангар. За накоплением энергии. Паровой луч у меня готов. По-моему, сейчас у меня кто-то пойдет отдыхать, да? Так, паровой луч закончился у меня. Загоняем. Тихо, подожди пока. Не гони, не гони родную мазуту. Да как ты долго накапливаешь-то энергию? Да господи, что ты там сисюкаешься-то? Выползай давай. На две звезды надо проходить, ребят. На две звездочки в обязательном порядке. Иначе ждет тебе несчастье. Серьезно, блин? Вертолет, танки... Смотри, что вытворяет, а? Да гасани ты по ней. Все, по-моему, это последние хламоны. Три звезды, шикарно. Там 30 опыта, насколько я помню, мы получаем. И да, вот эти вот, 32 опыта и... Да нафиг мне твои монетки, блин. Да иди ты в пень со своими монетами. Вот запчасти мне нужны. И желательно бы такие редкие. Они обычные, которые вы мне даете. Так, оса... Не оса мне нужен. Мне нужна секира. Секира 2, да? Подожди. Так, сейчас посмотрим, что там точно. Не, ну по-моему, это секира 2 идет. Да, боевая секира. Да, блин. Вот не хватает еще чуть-чуть. Так, ладно. Четыре часа 59 минут будет делаться, ты серьезно? Индустриальная эра 3? Пошли за заданием. Нам чуть-чуть не хватает, чтобы... Какую вот только взять здесь? Кстати, отправим, наверное, да? Все, поехали они все. Так я всех отправил. Что ты мне спрашиваешь, кого отправить на миссию? Ускорить. Виктор выполняет шпионскую миссию. Поплыл на кораблике. Ну что, можно или вот эту взять, или вот эту. В принципе, никакой разницы нету. Что ту, что эту. Единственное, что вот самоцветов мне не дают, а вот это меня раздражает. Кристаллы. Вообще ноль. Давай, давай, давай этого робота колбаси. Слушай, электричество очень, кстати, хорошо, ребят, снимает броню. Ты заметил? Иди погрейся.
На тебе. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Замечательно. Четыре волны будет здесь. Так, выходим. Выходим. Так, эту заряжать. У этой тоже мало энергии. Так, а что ты так медленно-то заряжаешься-то, господи? Я не понимаю. Ну, что-то совсем, блин. Иди заряжайся. И ты тоже пока заряжайся, пока там с той стороны не ползут враги. Есть резон вам тут подзарядиться немножечко. Так, по фулке, да? По фулке. Это была вторая волна, да, только лишь? Ну, смотри, они у меня почти все полненькие. Выходим. Ну давай ты этого робота, как ты долго его бомбишь-то? Ускорим, наверное, чуть-чуть. Так, тихо. Пила идет отдыхать. Ты посмотри, как она долго набирает энергию себе. Че, последняя волна, да? Да, последняя, четвертая волна. Ну, мне кажется, мы продержимся здесь. Это что такое? Это что такое, ребят? Это что за сигнал такой был? К суператаке, что ли? Ребят, видел, там гранатометчики шли. Блин. Зря, что ли, потратил, получается. Танки. А что с одной стороны-то только идут? Эй! По-моему, дело дрянь. Да ты бомби уже по нему-то. Уничтожьте 5 танков супер выстрелами из пулемета. Ядрен матрен, они заряжаются у меня. Фью, на три звезды, ребята. Я думал, сейчас все-таки не успеет. Они у меня все пушки стали заряжаться. Вот. Монеты эти. Да ну что вы с этими монетами-то прицепились ко мне, блин. Я говорю, мне нужны детали. Так, коготь, да? Подожди. Секира, боевая секира. Да, мне нужно вот это вот улучшить. Есть. Конечно. Все, ребят, по-моему, теперь можно будет идти на эту миссию, как она там называется-то.
На основную, короче, вот сюда. Ух, ну чё, с Богом. Значит, вот это убираем. Так, боевая секира сюда и сюда. Ну, надеюсь, видишь, здесь у нас улучшен, ой, улучшенный, а этот немножко похуже будет. Этот гроза. Но я думаю, что мы, наверное, справимся. Надеюсь на это. В бой. Да не хочу смотреть твою высадку. Давай попробуем. Это продвижение по основной миссии, ребят. 5 волн. И... Я понял, наверное, для чего здесь боевые секиры нужны. Для того, здесь будет очень много наземных танков, вот такой всякой прочей ерунды. Так ему и надо. Гранатометчики. Хорошо, что не успевают, ребята, бомбануть. Мы все перебиваем у них. Так, эти идут отдыхать. Замена. Ух! Фига вы тут мне. Да какое там. Да ну тут что-то, ребят, как это нереал. Ты посмотри. Мне бы суперудар бы хоть один бы. По башне бомбят. Прикольно. Все-таки его завалил. Этого попсикольного. Так, теперь что? С этой стороны пойдут. Так, все пушки зарядились, выгоняем. Освобождаем место для наших. Так, иди пока отдохни чуть-чуть. Все, с двух сторон пойдут. А нет, с одной. Что-то как-то... Вот этот вот вообще тут... Не, ну противовоздушный он нужен будет, ребят. Хотел сказать, нафиг он здесь вообще нужен. Нужен. Отражает, отражает снаряды. Хотя я, по-моему, ставил на пробитие брони. На тебе. Так, это была 4-я волна. Бегут, бегут супостаты. Да ты это электрическое куда шпаришь, блин? Тебе надо вниз там бомбить. Она все вверх куда-то там пытается. Разинув рот. Так, это последняя получается волна, да? Уничтожь здесь пехотинцев одним супер выстрелом пилы. Да хорош. Ай-яй-яй. Ребят, по-моему, просто выстоим. Надеюсь. Есть. Красавцы. Мы красавчики, друзья мои. Мы прошли миссию, сейчас должно быть что-то у нас. Детальку хорошую получили. Хорошие новости, Англия с нами в борьбе против культа. Так, и мы награду получаем. 140 опыта, угу.
Прошу меня извинить, лорд Бингем. Я случайно перехватил радиопередачи британской армии. Ты подслушал секретный радиоканал? Как ты его дешифрировал? Это не важно. Важно то, что британская армия постоянно получает слабый закодированный сигнал. Это передача голоса, который твердит, что есть способ защиты от влияния черного эзериума. И я не могу полностью передать сообщение, оно отрывочное и невнятное. Но я мог бы узнать расположение источника, если бы у вас было не такое допотопное оборудование. Я всегда говорила, что давно пора провести полную модернизацию. Думаю, это можно устроить. Нам нужно проверить эту информацию. Возможно, она будет нам полезна. Так, устаревшие технологии. Обнаруженная радиопередача «Голос», что твердит о некой защите от влияния культа. Нужно провести полную модернизацию технологий базы, и тогда я смогу примерно определить источник сигнала. Усовершенствовать главный завод. А я этого сделать пока не могу. И все лишь потому, что у меня вот это делается здание, ребят. 4 часа 46 минут, оно будет еще клепаться. Понимаешь? Но так как у меня есть энергия на один поединок, то, пожалуй, я его использую. Да? Да. Поехали. Надо потратить, ребята, опыт, это все нам пригодится. А уже я, наверное, за кадром потом поставлю на улучшение, модернизацию, чтобы нам уже можно было бы в следующей серии дальше продолжать путь. Так, а пока ускоряемся по полной программе. Думаю, здесь пройдем, надеюсь, что-то... Да не, вроде нормально все. А че эта пушка-то куда-то вниз ушла-то? Ты зачем так делаешь-то? Вниз уходить не надо. У нас теперь вот эти вот пушки, боевые секиры, прокачаны, так что... По наземным целям они будут хорошо лупить. У меня раньше была одна только улучшенная, сейчас их две. Так что вообще топ. Ускоряемся. Вот тяжелая пехота, бесявая. Ну и самолеты, само собой, тоже бесявые. Истребители. Вшивые истребители. Музыка прикольная. Такая боевая, да? Ё-моё, эти комбайны. Давно я их не видел. Вот-вот-вот про этих говорил, ребят. Про тяжей. Бесявые. На. А мы же можем, например, сделать вот так? Да, можем. Просто подменили и все. Ауч! Да хорош! Так, подожди, что-то тут у нас. Да, блин, ну... Они специально хотят, чтобы я не прошел, да, на 3 звездочки, я так понимаю.
Или пройдем все-таки, ребят? Да блин, я уже думал, все, есть. Да, ребята, полностью получаем награду, потому что сохранили мы все звезды. Да зачем эти деньги, блин? Пипец, заработал, называется. Ну и что? Все, ребята, энергия у меня закончилась. И будем, пожалуй, заканчивать тогда серию сегодняшнюю. Так что, ребятушки, всем удачи и до новых скорых видосиков.